Мантра с массажером. Я буду петь мантру. Как вы заметили, и на вдохе, и на выдохе. 8 ударов сердца на вдохе, 8 ударов сердца на выдохе. Кроме того, я буду пользоваться электромассажером с переменной частотой, но я его ставлю на максимальную частоту. И буду кое-где вращать, а кое-где на вдохе к легким тянуть массажер. На выдохе от легких. На вдохе к легким. На выдохе от легких. Таким образом у меня и само пение мантры вызывает движение диафрагмы и межреберных мышц, которые качают и кровь, и воздух. И кроме того, массажер создает дополнительные вибрации, с которыми начинают вибрировать в вынужденном режиме те сосуды, которые попадают под массажер. Таким образом, улучшается дополнительное кровообращение. Я буду массировать массажером уши, направляя центр массажера в отверстие каждого уха. Затем вот это место носа, ямочку, с одной стороны, с другой. Потом шею, на вдохе вниз, на выдохе вверх от легких. Потом спину, на вдохе вверх, поскольку я буду массировать низ спины, а легкие находятся выше. На выдохе вниз. 4 раза. На вдох, 4 раза на выдох. Затем руки. На вдох, 4 раза сюда. На выдох, 4 раза вниз от легких. И еще раз. Уши, нос и шею. Причем я заметил, что такие совместные вибрации и голосом, и массажером значительно улучшают зрение на небольшой промежуток времени. А значит, если вы будете делать эти упражнения чаще, зрение скорее восстановится. Один из моих заочных учителей, Мирзакарим Санакович Нарбеков, говорил, что исправление зрения – это такая хитрость, которая покажет людям, после того, как они станут лучше видеть, что можно исправить не только зрение, но и любой другой орган человеческого тела за счет движения мышц, за счет улучшения кровообращения. Но я считаю, что и за счет громкого пения мантры тоже. Итак, включаем массажер. Я сейчас включу метроном. Он будет стучать в ритме сердца. Thank you.
Я провел это для левой половины тела. Аналогично нужно сделать для правой половины. Уши, нос, шея, спина, позвоночник. Не на самом позвоночнике, а на мышцах, которые рядом. И вращать ладони. Какого проблемы со ступнями, значит, ну, вращать. Массажер на ступнях очень помогает от подагры. Самочувствие после такого упражнения улучшается. Человек как бы отдохнул, поспал, сходил в баню, выпил чайку с медом. Вот такое примерно состояние после массажа. Это внутренний и наружный массаж, который улучшает кровообращение. От качества кровообращения зависит здоровье всех органов человеческого тела. А расслабление приводит к одухотворению. Душа радуется, что человек сам может себя исцелить. Подписывайтесь, скачивайте мою книгу, ссылка на которую есть в описании каждого моего видео. Там есть ссылка также на книжку Уильяма Горацио Гейтса, гениального американского офтальмолога, профессора, который научился у индейцев Америки исправлять самостоятельное зрение. Всего вам доброго. Осенью начну занятия каждый день.